Обмен опытом и новыми технологиями. Жилищники Петербурга и Владимирской области проводят выставку в Центре импортозамещения и локализации. Малейшее движение 0,1 миллиметра, да, и оно сразу отражается уже на мониторинге у специалистов, которые наблюдают за техническим состоянием данных объектов. Небольшой прибор справляется с серьезной задачей, определяет степень разрушения фасада. Разработка петербургских ученых в разы дешевле, чем аналоги из Китая, Франции и Финляндии. По соседству еще одно ноу-хау, способное сэкономить миллиарды рублей. Автоматика регулирует тепло в доме в зависимости от погоды. Специалисты обещают, устройство поможет справиться с перетопами. На улице на северную сторону выводится датчик температуры наружного воздуха. С него контроллер считывает температуру и в соответствии с температурным режимом начинает поддерживать температуру в системе отопления здания. Новинки жилищного хозяйства, представленные на выставке, уже используются, но чаще в пилотном режиме. А вот это пеностекло известно даже за рубежом. Производится во Владимире, а в северной столице, к примеру, таким материалом утеплена кровля Верховного суда. Пеностекло – это универсальная тепловая изоляция. Можно утеплять дома, трубопроводы, промышленное оборудование. Оно не горит, не впитывает воду, не гниет, его не едят мыши. У него долговечность больше 100 лет. Представители предприятий будут в Линэкспо до конца нынешней недели. За это время они рассчитывают оформить ряд сделок.